Первыми в рамках осенней призывной кампании в армию отправились 23 сочинца. Они будут служить в Южном военном округе, в сухопутных, войсках МВД и ракетных стратегического назначения. Войска престижные, ребята, чтобы попасть туда, прошли серьезный отбор. Тенденция последних лет. Юноши идут в армию, имея уже определенный багаж знаний в виде образования в средних и высших учебных заведениях. Что касается уклонистов, за последние годы статистика в обе стороны практически не меняется. На каждой призывной комиссии один молодой человек в возрасте 27 лет рассматривается призывной комиссией. И, как правило, принимается решение, если он не может доказать законность своего неприбытия в военкомат и службу в армии, то ему объявляется решение призывной комиссии, не служил в российской армии, не имеет она на это законных оснований. Имея на руках даже не военный билет, его таким молодым людям не выдают, а лишь справку с записью «не служил», не имея на это законных оснований, уклонисты уже не смогут устроиться на престижную работу, например, в органы власти или в Министерство внутренних дел. Всего же в армию из Сочи этой осенью уйдут 274 человека.